Всех приветствую. На улице весна, 8 марта. Что ж, действительно такая, знаете, пятничная активность, плюс еще Международный женский день. Девушки, женщины, всех вас с праздником. Будьте всегда красивы, счастливы и любимы. Это обязательно. Обязательный процесс. Сейчас мы, вот любопытно узнать, знаете, цены на цветы, на тюльпаны, потому что, по моей информации, там есть уже и 70, и 80 за тюльпанчик, там 80-150 за розу. А мой знакомый вот встречал его. Ну, я вам сейчас расскажу историю, за сколько он купил букет. А почему у вас тюльпаны и розы? Еще раз. Ага, вот. Тюльпан 50, в общем, ну тут по 50. Кстати, все какие яркие, красивые. В общем, а букет тюльпанчиков 150. Вот тут эти тоже симпатичные. В какую цену тюльпан? 50. А букет? Ну, вот так. Ну, тоже не букет. Все, понял. Спасибо. А сколько розы такие? 400 гривен. 100-150. 100-150. Ну, вот так. А вон, гляньте, по 100 какие. Красивые. В общем, мой знакомый купил букет за 3000 гривен. Тюльпаны вот такие. Там, ну, я ему говорю, молодец. Молодец. Ну, вы знаете, сейчас именно многие девушки, я не первый раз это слышу, говорят, лучше купи что-то вкусного, чем этот букет будет, как говорится, и полезно, и приятно. Все. Еще раз, девушки, женщины, с праздником. Подписывайтесь на канал, если понравилась вам моя цветочная 8-мартовская экскурсия. Бережите себя, своих родных, здоровья и мира.